Всем привет! Портал Викру представляет видеообзор MP3 плеера iRiver L-Player на 8 гигабайт. Мы уже знакомились с этим устройством, но сразу скажем, положительные впечатления не изменились. Отличный девайс, правда, обнаружилась и пара минусов. Плюсы, минусы, ну и прочие математические знаки в нашем обзоре. Напомним основные характеристики. Встроенная память на 8 гигабайт. Технологии DeepLeak ответственны за удобство. Наглядно она выглядит так. Лицевая панель, она же экран, является большой навигационной клавишей. Благодаря большой площади нажатий и простоте это очень удобно в управлении, быстро привыкаешь. Восхитившись плеером по полной программе, мы решили, что не бывает солнца без пятен. И принялись искать недостатки. О ужас, мы их нашли. Пятна как раз оказались заметны на солнце. В смысле, на солнечном свете. Площадь экрана – большая площадь для пачкания. Но важнее то, что дисплей бликует. Это, конечно, недостаток. Хотя не критичных плюсов у девайса гораздо больше. Это хороший звук, а также добрый десяток читаемых форматов. Но пора перейти к комплекту поставки. Он, сразу скажем, не безинтересен. Поставляется все вот в такой коробке. А в коробке вакуумная упаковка. Чтобы плееры разлетались как горячие пирожки, их нужно, соответственно, паковать. Сразу предупреждаю, быстро вы этот пакет не откроете. Свои помучаются, зато врагам не достанется. Но мы специально для вас все аккуратно открыли и увидели. Кабель синхронизации. Еще одна галочка в графе «Зачет». Универсальный разъем мини-USB. Наушники. Тут, увы, еще раз увы. Два динамика, два раза увы. Спорный дизайн, да и уши устают. Но при этом универсальный разъем в 3,5 мм. Легко можно подключить свои наушники и наслаждаться концертом для фортепиано с оркестра. Ура, 8 гигабайтов. Руководство пользователя. И диск с программным обеспечением. Как видите, комплект ничем не перегружен, переплачивать не придется. А плюсов у L-плеера достаточно. Впереди у девайса заслуженное внимание покупателя.